С Новым годом и Рождеством Христовым! На щелку смотрите видение «Диалог о православии». Мы в прямом эфире. Я традиционно приглашаю всех вас вместе со мной задавать свои вопросы священнику Русской Православной Церкви, благочинному монастырю Блаженской епархии, настоятелю Николу Бирюковского монастыря, игумену Евмению. Отец Евмений, с праздниками вас! Рад вас вновь видеть в нашей студии. С праздниками, с наступившими и с приближающимся крещением. Да, мы продолжаем праздновать Рождество Христово, он же не однодневный праздник, да? Да, святки. Святки. Предлагаю сегодня как раз поговорить на эту тему и начнем с чтения со слов Спасителя, да, с чтения Евангелия. Как раз тот отрывок, в котором говорится о Рождестве Господа. Это Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 1 по 20, пожалуйста. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первой в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи славе и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Итак, начинаем с вами разбирать. Да, тут много и имен неизвестных. В те дни вышло от кесаря Августа повеление. В те дни, в которые это дни, какой вообще представлял собой мир перед пришествием Спасителя? Ну, речь идет о Римской империи, которая владычествовала в том числе и над израильским государством. Там был Ирод, царь, ну, местный, так сказать, губернатор. Над Сирией там другой губернатор был, над прочими областями Римской империи везде стояли свои как бы управляющие, так, ну, как мы сейчас называем, губернаторы, а тогда были они по-своему там игеманы назывались. И Римская империя была на тот момент самой могущественной из всех империй, которые находились вот на этом континенте. Да? Я не беру Северную и Южную Америку, а вот здесь Европа, Азия, это все, Африка, это все вот было распространение Римской империи с ее культурой, с ее нравами, языческими нравами, с ее устроением государственным, с римским правом, так называемым, ну и с рабовладельческим строем и различными развратными такими общественными увеселениями, ну, например, убийством людей на глазах у зрителей во все, типа как Колизеи, в других амфитеатрах, где это просто за денежки, вот так люди веселились, глядя, как друг друга убивают гладиаторы. Или с животными воюют, или еще какие-то сцены там военные разыгрываются. Но там действительно погибали люди для того, чтобы
увеселялись те, кто оплатил за это деньги. Но так как не все были из того, так сказать, общества, да, которое требовало хлеба и зрелищ, были и философы, были и ищущие люди смысл жизни, правильного устроения жизни, то мы читаем, ну, например, о таких мыслителях, которые этому времени они предсуществовали. Это были там, ну, известный Платон, Сократ, Аристотель, которые даже задумывались и создавали свои модели идеального государства, которые мы сейчас читаем как утопии. Потому что, ну, часто там говорилось, что, например, в философиях там неоплатоников или там у Сократа мы читаем ученика, значит, о том, что все беды в государстве от собственности частной. Поэтому надо все обобществить. Причем даже жен обобществить, чтобы даже из-за этого не было никаких скандалов. И тогда вот будет идеальное государство. Конечно, нужна сильная власть, конечно, нужны силовые структуры, ну и прочее, вот распределение. И мы читаем о том, что даже в их работах у Платона есть рассказ об идеальном государстве, той самой Атлантиде, которая всех, так сказать, ну, до сих пор будоражит умы. Вот он писал, что в Атлантиде некогда было идеальное государство с идеальными законами, с идеальными жителями, и все у них было замечательно и хорошо, но она вот утонула. Да. И даже называл место, где это идеальное государство существовало, за Гибралтарским проливом, между, ну, в Атлантическом океане, между Африкой и Южной Америкой. Поэтому вот эти мыслители, они создавали свои школы. Были школы стоиков, которые говорили, что надо отрицать все увеселения, все наслаждения, все радости мира, надо вот себя держать в узде, надо стараться быть строгими к себе и к другим людям. Стоицизм, так называемый, да, философское течение. Были противоположные ему эпикурейцы, которые, наоборот, говорили, что нужно предаваться наслаждениям, увеселениям, радостям жизни, потому что живем один раз, потому что сегодня живем, завтра уже умрем, и вот надо не терять время зря, а надо стараться получить от жизни все, как сейчас такое эпикурейство. Правда, никто не знает, что это эпикурейство, но в некоторых рекламах это звучит. Не дай себе засохнуть. Да, бери от жизни все, не дай себе засохнуть. То есть это все, как вы видите, старо как мир, и все это просто повторяется циклично в человеческой истории в разных интерпретациях. Ну, в общем-то, одни и те же мысли существуют. Были споры между эпикурейцами, стоиками, там, неоплатониками и другими различными гедонистами, которые тоже проповедовали, что да, надо в услаждениях проводить жизнь, это и есть цель нашей жизни. Услаждение, развлечение, увеселение, ну, то есть потребительство, как мы сейчас это называем. Живем для того, чтобы потреблять различные продукты, не только питание, но и продукты культуры, продукты общественной жизни, продукты туризма там, или еще чего-то. И вот это и есть цель жизни, как вы видите, это оказывается еще до Рождества Христова все это тоже проповедано было. Но дело в том, что все это не приносило ощутимой пользы для человеческой души, потому что она все равно томилась, и все эти различные школы, лишь их огромное количество, лишь доказывало то, что не достает человеческой душе чего-то такого, чтобы ее могло успокоить, чтобы ее привело в равновесие, и она уже не искала ничего, а нашла, наконец, то единственное истинное решение, которое позволило бы ей существовать и иметь истинную цель жизни. Кроме того, это был еще и языческий мир, то есть культ богов Олимпа, да, там, Зевс, Кронос, Аполлон, Гермес и прочие-прочие, да, боги, там их десятки богов. Ну, с маленькой буквы, соответственно. Конечно же, боги в кавычках, да, то есть это, ну, как Аристотель предполагал, что это описательные образы тех людей, которые жили до потопа. Вот они там были тоже
Кто-то из них были титанами, кто-то были из них вот такими очень могущественными, многоумеющими людьми, и поэтому их вот люди простого образа жизни считали за богов, хотя, в общем-то, это были такие же обычные люди. Но действительно, здесь есть некоторые, так сказать, параллели, что Господь наказал первый мир потопом именно за развращение, а если почитать, как жили в описаниях, да, жизни этих богов, в кавычках, олимпийских, как они жили, то есть Кронос кушал своих собственных детей, убивал их и кушал. Зевс блудил со всеми, в том числе и с дочерьми, и с кем-то, то есть и жену водил, и так далее. То есть кто-то воровал, кто-то там объедался, кто-то упивался, там Бахус, например, да, это вот бог выпивки. И это все показывало, что даже боги языческого мира не могли дать нравственный пример для подражания и лишь указывали, как плохо живется здесь. Поэтому то есть, называть своими словами, это просто были бесы, бесовщины. Да, это было одно из названий бесов. Каждый из них, который отвечал за кто-то за войну, кто-то за обжорство. Страсть какую-то. За какую-то одну из страстей. Да? Марс, например, да, который за войну отвечал. Или Бахус, как я уже сказал, за винопитие и обжорство. Поэтому нигде душа человеческого существа не могла найти себе удовлетворение, ответ на вечные вопросы в поисках истины. И это томление вот к моменту рождения Христа, оно достигло пика, когда уже люди не знали, где же еще найти. То есть они понимали, что ни науки, ни искусство, ни философия, ни религия языческая не могут им дать успокоение. Они не понимали, то есть они все испытали и не понимали, где же еще можно искать. И здесь уже были начатки даже среди римского общества и греческого общества, был такой Вергилий, например, он писал, что родится младенец, после рождения которого начнется золотой век человеческого существования, цивилизации человеческой, то есть младенец. Другой писал, что придет посланец Бога, которого убьют на дереве. То есть даже не еврейские, не израильские писатели описывали пророчества, которые мы читаем в Ветхом Завете, в Библии. То есть все ждали рождения Спасителя, они даже не думали, наверное, что он как Господь придет, но думали, какой-то вот человек такой будет, наверное, да? Каждый по-своему воспринимал, кто он будет. Кто-то считал, что это будет сильный царь и победитель всех народов, кто-то считал, что это будет величайший из мудрецов, кто-то считал, что это будет какой-то еще, волхвователь, то есть каждый в силу своих, так сказать, способностей, каждый по-своему понимал, кто же это будет. Но та истина, которую Господь даровал для сохранения народу израильскому, она была распространена евреями по всей Римской империи, потому что они разъехались из своего государства, всей Римской империи, они были торговцами, они были и богатыми людьми, поэтому путешествовали, поэтому жили в других городах и странах. И на тот момент, к тому же, это еще и послужило, так сказать, плюсом для распространения этих взглядов о ожидании рождения Мессии, Христа, был перевод 70 толковников, 70 переводчиков ветхозаветного текста Торы на языки Римской империи. Римский, греческий, латинский. Поэтому мы сейчас пользуемся этим переводом. Он был совершен в III веке, по-моему, до Рождества Христова, 285 год, кажется, до Рождества, до начала нашей эры. Соответственно, эти 70 толковников по преданию за 70 дней перевели, потому что ими руководил Дух Святой. И мы помним, что Симеон Богоприимец, который прожил 300 лет, он как раз вот, собственно, из этих 70 толковников и был. Один из них, который усомнился при переводе текста, усомнился, как может дева родить, да, и попытался исправить текст при переводе, написать вместо девы «жена». Но его руку остановил ангел,
и сказал: «Ты не умрешь, пока не увидишь совершавшегося здесь, что здесь написано пророками». То есть мы поэтому и видим, что вот 300 лет Симеон прожил как раз, потому что мы точно знаем, когда был перевод Библии. И Симеон дожил до Рождества Христова. Симеон Богоприимец. А можно вот вопрос, да? Нам сейчас вообще вот все легко и просто. Господь нам открыл пути, мы ради чего знаем, живем, ради Царства Небесного, которое мы должны достигнуть, да, живя вот в теле, можно сказать так, да? А ради чего, вот, например, в Ветхом Завете они соблюдали 10 заповедей? У евреев очень интересный был подход к религиозному, так сказать, устроению общества. Общество у них было, ну, если сейчас у нас конституция, законы, да, жизни, государственные законы, которые надо соблюдать, иначе будете наказаны, да, и прочие-прочие всякие установления. Вот в еврейском государстве основным законом, то есть вместо конституции, были заповеди. И тот, кто хотел стать гражданином Израиля, тот должен был эти заповеди знать и соблюдать. То есть это ради вот земного благополучия? Мы знаем, что Господь даровал эти 10 заповедей Моисею, пророку, на Синае и сказал, что если вы их будете соблюдать, я вас буду защищать и приумножу вас. То есть это Ветхий Завет, когда Господь заключил с людьми такой договор. Завет, договор такой, которым он сказал, что вы будете меня слушаться, я буду слушать вас и помогать вам, защищать вас. И за счет этого государство еврейское было и создано, за счет того, что евреи стали слушаться Господа, исполнять эти заповеди. И именно поэтому, именно в этом общественном устроении, религиозном, единобожие, да, то есть истинной вере на тот момент единственное государство, которое было монотеистическим, то есть верующим в единого Бога, не было у них никаких других богов, да, как первая заповедь из 10 заповедей говорит: «Да не будет тебе других богов, я твой Бог». Так вот, именно в этом обществе только и мог родиться Христос. То есть Господь как бы создал для себя государство, и он его устроил, он его содержал, он давал управляющих этим государством, то есть там были сначала пророки, потом пророки ушли, уже с 400 года до Рождества Христова пророков уже не было в государстве израильском, но были цари, царь Давид, царь Соломон, да, царь Саул и так далее, мы знаем о них из Библии, которые также управляли государством Израиля и защищали их от различных врагов. Это тоже промысел Божий о совершении искупления всего рода человеческого, но для этого нужно было как бы иметь сосуд, который содержал веру в единого Бога. И этим сосудом было государство израильское. Когда Господь пришел в это государство, то часть его приняла евреев, часть отвергла. И мы тоже видим, да, что даже часть вроде религиозного народа, да, как мы видим, тоже там делилась, какие-то были фарисеи, саддукеи, зелоты. Да, это мы читаем в Евангелии, да. Там совершенно четко, там, что вот эта вот война между фарисеями и саддукеями, она была, например, использована апостолом Павлом, когда одни из них его захватили, и он, чтобы иметь поддержку, он сказал: «Я сам фарисей, я родился и вырос, да, я, собственно, один из ваших, а вот саддукеи там меня, так сказать, притесняют». И эти стали с теми спорить, и таким образом как бы он сам защитился. Действительно, были много партий, религиозных партий, были фарисеи, которые взяли свое начало от восстановителей государства израильского после плена вавилонского, когда пришли народ израильский под руководством Неемии и Ездры и восстановили Иерусалим, восстановили храм, причем им помогал персидский царь, то есть он оплачивал это. Удивительно, так Господь дал, что евреям помогал совершенно неверующий в их веру человек, но богатый царь Персии, по-моему, Кир или Дарий, в общем, один из них. Дарий – это медийский, значит, Кир. Так вот, получается что? Что было создано как бы управление
восстановлено государство израильского на основании четких заповедей, четких законов. Все евреи понимали, что если они не будут соблюдать заповеди, то государство у них отнимется, как это было сделано при самим Навуходоносором, при разрушении государства израильского. И поэтому была партия государственников, фарисеев, которые следили за тем, чтобы заповеди исполнялись, следили за тем, чтобы законы нигде не были, так сказать, чем-либо нарушены. Чтобы субботу соблюдали. Субботу, 10 заповедей, различные пожертвования, различные там и человеческие, в том числе, измышления, за что их сам Господь потом и укорял. Мы в Евангелии об этом читаем. И из этих государственников, восстановителей государства израильского, и произошла партия фарисеев в дальнейшем. Они считали, что они единственные, так сказать, носители истины. Они считали, что народ израильский – единственный народ, избранный Богом для служения Богу истинному. Все остальные язычники, они, к ним даже прикасаться грешно. То есть они считали, что мы оскверняемся, если соприкасаемся с другими народами. Поэтому читаем, например, что первосвященники, когда пришли к Понтию Пилату для суда над Христом, они даже не вошли в преторию, чтобы не оскверниться. То есть римляне для них были язычники, и, в общем-то, народ совершенно... но недостойны даже с ними общаться. И вот эта вот надменность, гордость и такое превосходство над другими людьми у фарисеев, оно превалировало везде. И именно за это Господь их тоже и укорял, что вот гордость фарисейская, она послужила погибели их. Тем тому, что они даже и не приняли Христа. Удивительно. А среди них даже были такие радикалы, да? То есть зелоты. Зелоты, ну, их, если сейчас можно сравнить с монахами, те, которые просто настолько искренне во все это верили, что всю свою жизнь посвящали вот просто трудам и защите этих законов, и зелоты считались, ну, как бы сказать, основными двигателями вот этого государственного строения. Ну, я даже слышала, что ветхозаветного. Они как террористы были, они даже... убивали. Но фанатизм, когда, так сказать, истинная вера переходит в фанатизм, она обязательно выражается в терроре и в каких-то вот, ну, неправильных, так сказать, и религиозных, и общественных выражениях. Это беда. Фанатизм – это всегда неправильно, это всегда отсутствие веры в Бога и присутствие гордости, что я сейчас все решу за других, я сейчас все устрою, я, то есть гордыня. Это движитель любого фанатика. Ну, далее перейдем к саддукеям, которые, если фарисеи веровали в загробную жизнь, веровали в духовный, так сказать, мир, в вечную душу, то есть вот все это, так сказать, было присуще фарисеям, то саддукеи не веровали в воскресение, не веровали в вечную жизнь за гробом. Никакой души, никаких духовных, так сказать, миров нету. Причем удивительно, вот представьте, большая часть саддукеев были первосвященники и священники. То есть они не веровали в воскрешение, они не веровали, значит, и в пришествие Мессии, они не веровали в духовный мир, в ангелов и прочее. Представляете, насколько низко опустился уровень священства на момент пришествия Христа. То есть люди вообще не знали, что делать, как жить. То есть они жили по каким-то своим критериям. Кто-то почитал царя Ирода. Было, да, партия Иродиан, так называемых, которые считали, что уже Мессия пришел, это Ирод. Так как он защищает их от других народов, так как он был великий строитель, то есть он там много всего воссоздал в Израиле. И Родион, например, до сих пор стоит его усыпальница. И храм он строил Соломона, да, перед пришествием. То есть он достраивал все эти моменты. Но и, конечно же, если почитать о жизни Ирода, ну, мы знаем, что он и Антипатричу, да, приказал убить, что он имел
8 жен, одна из них была женой его брата. То есть мы понимаем, что он никакой он совсем не мессия, а просто ну, один из грешных, властных, конечно, очень борющихся за свое место царское людей. Ну и те 14 тысяч младенцев, которых он приказал убить, это тоже характеристика Ирода. Ну какой он мессия? Да? У нас в России, если хотят как-то характеризовать человека отрицательно, говорят, да Ирод, ты окаянный, да, то есть это уже нарицательное стало имя, Ирод, как и Иудушка, да, вот тоже нарицательное имя. Поэтому, конечно же, тем не менее, иродиане верили, что это вот настоящий спаситель Израиля. И эти партии между собой ссорились, разделяли, естественно, и власть делили, и какое-то миропонимание, устроение, куда идти обществу израильскому, как правильно вести, как правильно строить жизнь. То есть это все, ну, вот такое вот кипучее совершенно общественное устроение, которое ни к чему не приводило, только к еще большему отягчению жизни истинных, так сказать, верующих людей. Ну и мы видим, что Господь своим пришествием все это упразднил и указал, как истинно надо жить, что значит Мессия, что значит Христос и что значит Спаситель мира. То есть не от римлян Христос пришел спасать, а от сатаны и его ангелов. Не устроять быт человеческий, а устроять спасение души человеческой, вечности и так далее, и так далее. То есть это все мы уже видим впоследствии. Итак, Господь выбирает время. Полнота времен подходит. Правит кесарь Август. Вот кто такой кесарь Август? Ну, империя, она была возглавляема главным управителем, императором, кесарем, ну, это греческое, да, синоним слова император. Или, если по-римски, то Цезарь. Соответственно, Август – это его имя, которое ему, его, самого его имя человеческое – Октавиан. А Август – это уже ему дал Сенат такую прибавку. Титул такой, да? Да, Август Октавиан, как бы священный, могущественный, то есть вот ну, такое величие, как бы показать его устроения и его деяний императорских. Само слово «кесарь» или «цезарь», оно по-римски, если по-гречески «кесарь», это такая транскрипция «цезарь», одно и то же, да, синоним. Оно происходит от Юлия Цезаря, это первый император Римской империи, который был великим полководцем, который очень много законов принял, очень много изменений в Римской империи и, собственно, создал ту самую Железную Римскую империю с ее войсками, которая захватила потом и всю Европу, и там часть, большую часть Африки и Азии подчинила себе. И, собственно, он создал вот эту среду обитания, в которой, собственно, и потом начала Римская империя, в которой начало потом распространяться христианство за счет прозрачных границ, за счет спокойствия, то есть отсутствия войн, не было каких-то таких вот ну, больших конфликтов в Римской империи. Это позволяло торговле и транспортным связям, и культурным связям развиваться. И, соответственно, это позволяло апостолам переходить из города в город и проповедовать христианство. То есть это все было по промыслу Божьему устроено. Юлианский календарь. Он же, да, ввел юлианский календарь, потому что календарь до него был очень неточным, который требовал постоянной корректировки, то есть там вводился еще 13 месяц, было 12 месяцев, но 13 месяц, когда там уже совсем все сбивалось, они добавляли, кто когда хотел, еще 13 месяц, за счет этого корректировали, в общем, все плавало, все было нестабильно, а он взял из Египта календарь, который был основан на солнце, то есть ну, твердое такое основание астрономическое, да, которое не связано было ни с действием какого-то человека, ни с каким-то волхвованием, а просто вот астрономия. Да. Вот солнце в зените – это точка отсчета. И солнце на западе, солнце на востоке – все четко, ясно и понятно. И этот юлианский календарь
12 месяцев, ну, 365 дней, как мы знаем, да, и 25 сотых. И добавление к одному, так, к февралю месяцу, через каждые 4 года еще одного дня, оно корректировало автоматически весь календарь. Потом уже ради политических моментов был введен григорианский календарь, это Папа Римский, Григорий ввел его, чтобы отделить Римскую церковь от Византийской церкви, чтобы, ну, чисто политические взгляды, хотя, конечно же, обоснование было дано якобы астрономическое, что с того времени, как юлианский календарь действует, набежало уже 13 дней. По чуть-чуть вот это вот ошибка накапливалась, и вот он взял и 13 дней прибавил. За 1000 лет между Юлием Цезарем и Папой Григорием. Соответственно, но сейчас еще 1000 лет прошло, еще надо, значит, 13 дней прибавлять. Но это совсем безумие станет. Мы знаем, что он это сделал, григорианский календарь, не с точки зрения усовершенствования, да, календарного отчета, а с точки зрения своих политических вот амбиций, чтобы отделиться, и чтобы верующих, которые подчинялись римскому архиерею, отделить от верующих, которые подчинялись византийскому архиерею. Вот это разделение на католиков и православных, оно вот и произошло в 1056 году, и был введен вот этот календарь. А вот август, он как-то связан? Нам известен месяц август. Ну да, Юлий Цезарь, в честь него июль назван, а так как август, он, Октавиан Август, он был преемником власти от Юлия Цезаря, когда его убили, да, Брут, да, друг его зарезал, соответственно, вот он воспринял за ним власть, то есть был вторым императором Римской империи, и он, поэтому за июлем и следует август, то есть он вошел в календарь, так сказать, на веки вечные, как август. Сейчас мы к августу еще перейдем. Вот такой вопрос, да, то есть кесарь, нам не очень знакомое слово, но кесарево сечение, такую операцию, ну вот нам известно, как-то вот есть связь между ними? Кесарево сечение, ну, мы знаем, что это неестественные роды, когда приходится помогать женщине, да, рожать, она по той или иной причине не может родить естественным путем. И сейчас очень много таким образом рождается детишек, когда вот хирургически, можно сказать, извлекают ребенка из утробы материнской. А много женщин до того, как эта была технология разработана, умирало просто. И при Юлии Цезаре он ввел такой, так сказать, указ, чтобы если женщина при родах умирает, то скрывать ей чрево и ребенка извлекать с целью, чтобы хотя бы он остался живым. Да, вот. То есть это все-таки от них пошло, от, да? От Цезаря, да, кесаря пошло оттуда и название кесарево сечение. То есть как вот он указ этот издал, кесарь Юлий, Гай Юлий Цезарь, соответственно, так он до сих пор и действует. Единственное, что тогда не было тех хирургических возможностей, и женщины при кесаревом сечении умирали, естественно. Как бы ни пытались там залечивать, ну, там, кровотечение и все прочее, очень сложные операции. И только потом, уже там, в XIX веке, научились как-то, чтобы хотя бы часть женщин выживала при этом. Ну, а сейчас это уже при наших технологиях, когда уже и стали раны зашивать такими саморассасывающимися ниточками, и когда антибиотики есть, и когда очень много различных нововведений медицинских, помогающих, да, выживать человеку, то сейчас уже большой процент выживания. Да, вот пользуем сейчас, а 2000 лет назад вот все это появилось, интересно все. Вот кто такой вот кесарь Август? То есть он, я так понимаю, второй, да, преемник? Он после преемник, Юлия Цезаря? Да, Юлия Цезаря, это тоже император Римской империи. Он правил как раз в дни, когда родился Христос, и он был до рождения кесарем Римской империи, императором, и, соответственно, в дни рождения он как раз издал указ, о чем мы читаем в Евангелии, чтобы была перепись. Так как Римская империя после Юлия Цезаря
перешла к Августу, очень сильной, и при нем она еще более усилилась. То есть какие-то были области, да, там захвачены новые, да, получается? Да, много там и захвачено. Ну, там называлась Галлия сейчас, это Франция, то есть Цезарь много захватил, и сам Октавиан Август захватил много, то есть она расширилась, она обогатилась, она успокоилась, то есть вот этих нападений варваров европейских на Рим на тот момент прекратились эти нападения, то есть все успокоилось, и империя стала богатой, и он решил еще более, так сказать, ввести более закономерные, так сказать, какие-то моменты финансовые, да, бухгалтерии государственной, казны. Чтобы собирать подати, надо было посчитать всех, кто населяет Римскую империю. Поэтому он издал указ о том, чтобы всех сосчитать, и уже потом с каждой главы, так сказать, посчитанной брать уже подать. И уже понятно, что от Иудеи столько, от Сирии столько, там, от Испании столько, от Франции столько. Уже как бы это уже бухгалтерия была более понятной и ясной. К следующей загадочной фразе, да, переходим. Эта перепись была первая в правлении Квиринея Сирии. То есть, кто такой Квириней, причем вообще Сирия, когда тут... Ну, Сирию мы знаем, да, сейчас, где это государство находится, Сирия. Она и тогда была там же, да, такая же Сирия. То есть, только у нее был гегемоном военачальник Квириней, который был поставлен императором также властвовать этой областью. Он был там гегемоном, и, соответственно, этот Квириней, он и вот в годы рождения Христа, он был там властителем, и поэтому на него и ссылается тот, так сказать, евангелист, который мы сейчас зачитали. А они, получается, объединены, что ли, были? Почему? Вот зачем нам Сирия здесь? Дело в том, что настолько была подчинена Иудея Риму, что ее присоединили к Сирии, то есть это было... Иудею называли уже не Иудеей, а Сирийской, в общем, республикой. То есть она как часть туда входила. То есть для последователей, кто вот читал, вот это писал, для них это все было понятно, да? Там вот... это было, да. Ну, как вот нам понятно, что такое Советский Союз, да, и что туда входили республики, угу. Да. Вот. Но Советский Союз – это одно, а там республики – это как бы часть этого. Вот так то же и здесь. Это историческое уточнение такое, Сирия, да? Сирия была более важной областью, чем Иудея. Более угу. широкой, более развитой, и поэтому на нее ссылаются как на более исторически, так сказать, важную была часть. Была первая. То есть потом дальше, получается, последующие даже были, да, переписи? Ну, дело в том, что... Значит, Август, он издал указ, но эта перепись не прошла за там, два дня, она шла там 15 лет, потому что не было цифрового, так сказать, какого-то объединения империи, не было связи, все на лошадях, все там голубями или каким-то почтовыми кораблями и прочим. То есть это очень растянулось на многие годы, и поэтому... Тем более, что в Иудее Ирод умер, да, и, соответственно, прекратилась перепись. Поэтому она просто, первая перепись прошла, потом смерть Ирода, и когда пришел уже следующий за Иродом, тогда она продолжилась, эта перепись. Это вторая была волна переписи, закончившие всю перепись Римской империи. И пошли все записываться, каждый в свой город. Здесь мы видим, что праведный Иосиф с Богородицей отправляются в город Вифлеем. А есть вообще информация, как они вот в Назарете оказались? То есть там такой... Ну, мы помним, что Назарет – это город, находящийся на севере. И, собственно, Иосиф, он оттуда родом, и туда он и ушел. Соответственно, и когда Богородица ему была вручена для сохранения девства, он вместе с ней в Назарет переселился. И чтобы прийти в Вифлеем, от Назарета до Вифлеем, то есть с северной части Иудеи надо было опуститься в юг, на юг идти вниз, это 140 километров пройти пешком. Причем она была беременна. Зачем им в Вифлеем нужно было идти? Дело в том, что вот сейчас у нас... Есть понятие прописка, да, вот ты прописан в этом городе, ты там в том городе прописан. Вот в израильском государстве была такая же, ну, подобная там, как по прописке, такое же устроение государственное, что если ты из этого рода,
то ты, а этому роду принадлежит такой-то город. Там, мы помним, что 12 колен, 12 патриархов было у народа израильского, и каждый из колен, оно собиралось в своем городе, который изначально был поделен, да, вся Палестина была поделена между 12 патриархами. И туда, в этот центр этого колена, в этот центральный город, приходили для переписи, так как велись четкие книги родства, так как было четкое пророчество, от многих пророков сказано, что должен родиться Мессия. И поэтому все писали, кто от кого родился, чтобы потом это, когда родится Мессия, чтобы увидеть его четкую градацию, от кого он произошел, кто его родители, из поколения в поколение. Потому что Даниил писал, что там столько-то колен от такого-то, столько-то колен от такого-то должно пройти. И поэтому все писали, переписывали, кто где, когда родился, от кого, чтобы считать колено. А там вот названия у них разные имеются, то есть вы говорите о коленах. Потом здесь говорится, что Иосиф был из дома и рода Давидова. Дом и род – это разные вещи получаются? Ну, если брать совсем начально, да, Авраам, Исаак и Яков. От Иакова 12 сыновей произошли, и каждый из них произвел племя от его, происходящего от этого или того сына Иакова. И это племя делилось на роды, то есть как бы на такие более мелкие составляющие, и уже эти роды, они делились уже на, ну, можно сказать, на фамилии, да, на дом, который принадлежал конкретному тому или тому роду, тому или тому племени. То есть, ну, как у нас есть фамилия, имя, отчество, да, также и тогда вот они также распределяли, кто от кого произошел, и поэтому племя, род и дом. Дом – это последняя, так сказать, уже составляющая. То есть, если брать Иосифа, то, значит, он был и от колена Давидова, и от дома Давидова. То есть, он был ближайшим из родственников Давида по наследственной линии. У нас есть звонок, послушаем? Да, послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер, Галина. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Евминий. Добрый вечер. У меня такой вопрос. В соседнем городе Ивантеевка у меня живут мои друзья, и, будучи у них в гостях, увидела в здании надпись на здании «Институт магии и колдовства», что-то такое. Ну, стало интересно с точки зрения, это какая-то шутка или это что вообще, как это называть? И поняла, зайдя в интернет, прочитала об этом и поняла, что действительно существует такой институт. И там какая-то женщина со странным именем, фамилией, возможно, даже псевдоним, рассказывает какие-то, на мой взгляд, совершенно дикие вещи, но выдает это все за какие-то истины, да, то есть такие лжеистины о том, что вот можно вот с помощью магии вот это. То есть и посмотрела, что у этой женщины немало последователей. Меня, честно говоря, это очень как-то насторожило и где-то ужаснуло, потому что я понимаю, что идут люди, идут со своим отчаянием, наверное, да, в каких-то своих ситуациях жизненных, вот туда и думают, что это как-то им поможет. Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, ваше личное отношение к этому есть ли? И можно ли как-то какие-то органы, не знаю, государственные направить для того, чтобы вообще такие вещи не процветали? Потому что, на мой взгляд, это введение людей в заблуждение. И больше того, я не знаю, как эти люди, что они делают, но мне кажется, это такая очень неприятная история. Вот что вы скажете на эту тему? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, в моем понимании институт, как бы, ну, есть два подхода к этому слову. Институт, есть научно-исследовательский институт, да, который он разработки какие-то ведет в той или иной области, научной. Или институт обучающий, который имеет преподавательский состав, который имеет лицензию, как
образовательный орган, да, и который тогда может называться институтом. Я бы посоветовал обратиться людям, кто там живет, вот, к местным органам, чтобы они проверили просто, на каком основании вот это вот заведение называется институтом. Потому что это, если нету никаких лицензионных оснований для этого, то это просто профанация, понимаете, да? То есть можно назвать и там, тогда чем угодно, и университетом, и академией, российской академией, там, да, тра-та-та. Вот. Но это все тогда обман. То есть должны быть документы, должна быть лицензия. То есть я просто знаю, что если при храме организуется гимназия, православная гимназия для детишек, то ее надо лицензировать, и очень трудно получить эту лицензию. Я сомневаюсь, что вот в этом институте, в кавычках, есть какая-то лицензия, значит, на образовательную деятельность. Тем более, что она еще должна получить при лицензировании еще разрешение от религиозных организаций для того, чтобы получить лицензию государственного образца. Ну и, конечно же, если брать духовную точку зрения, то вообще тут даже не надо ничего думать. Я просто цитату из Библии привожу, что проклят, Господь говорит через пророка, проклят всякий, обращающийся к ворожее. Если в этот институт кто-то обращается, он будет проклят Богом. Вот что значит этот, в кавычках, институт. То есть всякий, кто туда идет... Это не только институт касается, а вообще всяких там... Всяких ворожей. Колдунов, экстрасенсов, кашпировских, там, чумаков и прочих. Всех, без исключения. Магий там, или светлых, или темных, или серо-бурмалиновых. Кого угодно. То есть это либо обманщики, либо слуги бесов. И Господь четко и ясно говорит: проклят всякий, обращающийся к ворожее, к магии, к колдовству или прочему. Это надо, можете просто сами взять Библию и прочитать, что там сказано об этом. Кроме того, конечно, эта женщина будет сама наказана Господом, рано или поздно наказание ее постигнет, тут никуда не деться. Законы, как и законы физики, как и законы химии или математики, так и законы духовной жизни, они соблюдаются. И рано или поздно они совершаются над тем или иным человеком. Поэтому мне ее искренне жаль, и жаль тех людей, которые туда идут как бы за последней, так сказать, вот, помощью уже от уныние, от отчаяния, хватаясь за соломинку, пытаясь там что-то найти, но в итоге просто тратят деньги впустую, и все. Да еще и под проклятие божественное попадает. А кто-то говорит, например, что... мне, например, помогает кто-то говорит. Это же бесы все равно все крутят. Здесь надо понимать конкретный случай, кто чего там помогает. Это может быть просто фантазия, это может быть просто выдумка человека для самоуспокоения. Если поговорить с психологами, то есть такие моменты психики человека, что для того, чтобы как-то избежать стрессовой ситуации, человек занимается самообманом, самовнушением. И люди, которые это знают, психологи, они этим пользуются, да, снимая стресс. Вот здесь человек идет туда, чтобы избежать какого-то стресса, а там могут пользоваться этим, психологическим обманом. Кроме того, мы-то живем там 70, а еще 80 лет максимум, да, а бесы живут уже много-много тысячелетий, да. Я не знаю, они могут подстраивать такие ситуации, да, вроде как человек пришел с такой определенной целью, они эту же ситуацию могут действительно вот сделать так, как человек хочет. То есть таким образом тоже. Единственное, что бесы не знают, что будет в будущем. То, что в прошедшем было, они все знают, потому что они видят все, они бестелесные, они очень быстро переносятся с места на место. Им не нужны самолеты или машины для перемещения. Они намного быстрее их перемещаются. Поэтому они знают очень много того, чего не знаем мы о прошлом. А вот о будущем они ничего не знают. И помочь они не могут, потому что по своему устроению они злые. И даже если в каком-то моменте бес что-то делает, то это всегда за что-то, за душу. Мы помним Гёте, да,
Мефистофель и прочие истории. У нас передача завершается, чтобы на такую уж прям негативную ноте не заканчивать, немножко, несколько слов к нашей передаче. И, наверное, что-то можно сказать тем людям, которые бы сейчас сказали, ведь наше какое прошлое страшное, кто куда только не обращался, что делать-то? Нам надо все-таки держаться Господа и помнить ту историю, многотысячелетнюю историю и израильского государства, византийской, римской империи, российской империи, и сегодняшнюю историю, и историю 17-го года, когда много было чудес, и сейчас много чудес происходит. И все-таки это то, что проверено и имеет гарантию тысячелетий. И вот в это надо верить и опираться на это. Ну, а кто обращался, можно... покаяться. Лучше исповедаться, конечно. Угу. Пожалуйста, заключите слово. Еще раз всех вас с праздником Рождества Христова, со светлыми днями, которые сейчас идут, и с наступающим днями крещения. Всех приглашаем к нам искупаться в нашей купели. Так что будет служба ночная и утренняя служба на крещение. Помощи Божией вам, с праздником. Ну, даст Бог, мы еще до крещения увидимся. Мы вот, к сожалению, с вами так передачу только две строчки рассмотрели. Да? Если Бог даст, может, в следующий раз получится. Продолжим. Да, на сегодня все. До свидания. До свидания.